Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня я отреагирую на песню Wild Thing от целой группы замечательных, чудесных, очень талантливых исполнителей, а конкретно с Ильги из Red Velvet Чонха, из Чонхи, которую все знаете, ну, из группы IOI, точнее, и, в общем-то, у нее сольная карьера вполне себе. Затем Soyeon из Idol. Чуть не сказал G-Idol, что неправильно, из Idol просто группы. И Sinbi из G-Friend. Вот, и эти четыре крутые, повторю, девчонки, они объединились, и коллаборация сделана в рамках проекта SM Station. SM Station — это такой проект, в 2016, насколько я помню, стартовал. Идея была в том, чтобы промоутировать артистов, исполнителей SM Entertainment и делать коллаборации с другими агентствами, там, с другими исполнителями. И они, в общем-то, изначально такую амбициозную цель поставили, они собирались каждую пятницу в протяжении года выпускать по треку. И, в принципе, первый сезон у них так и получилось. Они реально выпустили 52 трека фактически за год. А во втором сезоне даже лучше получилось. Они там за год или типа того выпустили 57 треков. А втором, третьем и там побочным сезоном у них немножко темп накал снизился. Там было уже там по 10, по 15 треков, что-то в этом роде. Иногда по 8 вроде как. В общем, этот конкретный Wild Thing — это из альбома Station X-Zero, по-моему, если ничего не путаю. И там треков не так много. Тем не менее, я, на самом деле, эту песню слышал, по-моему, один раз. Я не могу сказать, что мне дико зашла. Но, тем не менее, сейчас, может быть, для себя открою какие-то новые ее грани. Мне эту песню, в общем-то, заказали мои спонсоры на Патреоне. В еженедельном выборе реакции она заняла, ну, по факту, первое место, поделив с другой песней, на которую я уже реакцию сделал. Это второй раз случается у нас, так реально поровну проходит. Вот, и могу сказать, что из проекта SM Station мне, например, в свое время нравилась одна очень вещь, Secret, с двумя девчонками из Girls' Generation. Вот, там прям очень крутая такая трансовая вещь, насколько я помню, стиль немножко другой, но, тем не менее, сейчас как раз и посмотрим, и узнаем, и поглядим, что вообще происходит. Вот, последний раз я Wild Things слышал реально год или два назад, что-то там вроде. Ну, то есть, когда вышло, тогда я ее и слушал, в принципе. Значит, два, наверное, года назад. Ладно, перед началом реакции попрошу подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вот он где-то здесь, чтобы приходили реакции вовремя. И, судя по всему, это будет последняя или одна из последних. Скорее всего, последняя, а может, одна из последних реакций 2020 года или одна из первых реакций 2021. Как получится с монтажом? Тут никогда не загадаешь заранее. Вот, и спасибо большое людям, которые меня поддерживают на Патреоне. Это Катарина, Шура и P-Hunter, ну и все остальные тоже. Давайте проверю запись, все нормально, все записывается. 3, 2, 1, поехали. Что я помню, так это то, что клип замечательный. Девчонки чудовищно красивые. Ага. Начать Чонхи — это правильный ход. О. По факту вокалы начали с Ильги. А вот это я помню. Припев не запомнился. Бум-бум-бум. Зум-зум-зум. Да. Иногда у клипов из SM Station клипы иногда бывают очень простенькие, но это нормальный клип. Разумеется, Soyeon выдала рэп первоклассный, как всегда у нее получается. Интересно, почему Чонха поет, ну, с ревербом заметным или с хором даже, как бы. Что со штанами у Soyeon? Зум-зум-зум, 시작해 꿈꿔왔던 날 만나게 된 one day. 전에 없던 날 만들어준 one
фоновая мелодия такая достаточно простенькая, но эффективная, в принципе. Свою задачу она выполняет. На фоне звучат, я хотел бы сказать, что это щелчки, но это не очень похоже, что какой-то другой звук. Такая мягкая бочка, довольно. Опять же, пианино, гитара, все это. Конечно, смотреть на них сплошное удовольствие. На всех четверых, четырех. Да, я не могу сказать, что меня не сильно поменял. Меня песня как не вспоминала первый раз, так меня не сильно нацепляет сейчас. Но единственное, вот я даже запомнил оттуда хук. Вот это бум-бум-бум, зум-зум-зум. Мне он реально зацепил первый раз. В общем-то, так до сих пор в голове остался. Песню я не очень хорошо помнил, но тем не менее. Мне песня показалась немножко слишком действительно простой и слишком такой равномерной, без, опять же, вот каких-то взлетов, падений. И в таком случае, чтобы меня цепануло, нужен прям очень крутой хук. Здесь вот все-таки хук хороший, запоминающий, не настолько крутой. Вот, но чему здесь можно порадоваться, так это вокал очень хорошим, где, в принципе, все... Скажем так, три девчонки очень хорошие вокалистки, на мой взгляд. Чонха вообще прекрасно, да и остальные тоже. И Сайон отличная рэперша. Поэтому, в общем-то, отличное сочетание вышло. Давайте еще раз послушаем, почему бы и нет. Забавно, что вот это SM Station, они действительно совершенно разных жанров выпускают. Потому что вот Secret, про который я говорил, это был, ну, там, такой чуть ли не транс. Очень похожая на... А это я даже не знаю, что это такое. Какое-то слегка диско, слегка... Не знаю. У этого жанра наверняка есть обозначение, точнее название, но я просто его не очень помню. Не забывайте, я не музыкант, я просто любитель. Клип, повторюсь, простой, но не примитивный. То есть там в SM Station выходили клипы прям очень примитивные местами. То есть начали с вокала Чонхи, но при этом поют Сильги первой. И песня, за не менее лучше слово, мягкая. Она такая не сильно напряженная, спокойная. Тут мягкая бочка, мягкие вот эти вот щелчки, или что бы это ни было. Не сильно выделяющиеся пианино и гитара. Конечно, не заслушаться невозможно вот этим парарарарам, чисто женским. Вот это ей вторит кто? Она или кто-то из девчонок? Наверное, кто-то из. Это неплохой штрих. Прикольно, как вот здесь кадр разделился. Слева у нас крутышки, справа у нас няши. Ну, я так разделяю, да, по крайней мере, для себя. Потому что Сильги и Сайон, они крутышки. А Синби, и если я правильно произношу ее имя, извините, если неправильно, и Чонха, они няши. Они все няши и крутышки, если вы хотят. Ну, вы поняли, о чем я говорю.
Это тоже хорошо, когда на фоне кто-то говорит «хо-хо». Вообще много вокальных штучек. Чтобы показать побольше вокала, они под конец особенно пускают и хор на фоне слегка, и над этим хором еще пускают много. Окей, ничего себе, у нее какие глаза темные. Мило. Вот. И поверх этого хора дают еще девчонкам раскрыться в вокальном плане. Ну, в общем, теоретически, наверное, считается, что все SM-Station эксперименты, но при этом меня эксперименты, те, которые я слышал, меня более-менее устраивают. То есть они как минимум нормальные, ну, как эта вещь, например, как максимум замечательные, как Secret. Вот, так Secret, я когда-нибудь отреагирую, может быть, мне кто-то ее даже и закажет, кто знает. Вот, так что спасибо еще раз, кто мне заказал. Я наконец-то ее расслушал как следует, эту песню. Что у меня дальше как с ней сложится, я понятия не имею. Посмотрим. Вот, тем не менее, заходите на Patreon, поддерживайте меня, если хотите, чтобы я дальше реагировал на вещи, которые мне вы заказываете и другие люди на Patreon заказывают. Вот. И всем спасибо, всем пока, и либо с наступившим, либо с наступающим, уж как получится. По монтажу повторюсь. Вот. И все. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Подпишитесь.